Видновчанин Борис Гусев прививку от гриппа делает каждый год. Считает процедуру эффективной. Говорит, ни разу не испытывал от нее недомоганий, только польза. В этот раз ему даже не пришлось идти в поликлинику, чтобы получить вакцину. Ни в очереди стоять, никаких там, значит, дополнительных, значит, там справок не нужно. Пришел, оперативно сделали, провели документы. Так что, я думаю, это очень удобно. В Ленинском городском округе такой мобильный передвижной комплекс для проведения вакцинации используется впервые. Автомобиль достаточно габаритный, поэтому установить его решили на площади возле кинотеатра «Искра». Да и проходимость здесь высокая. Каждый житель муниципалитета без предварительной записи и при наличии паспорта может сделать прививку от гриппа. Требования к пациентам простые. Не допускается даже легкая простуда и обязательное отсутствие индивидуальной непереносимости куриного белка, который входит в состав вакцины. Прививочная кампания действительно стартовала уже с августа месяца. У нас уже за эти даже две недели прошло уже 3000, больше 3000 населения, взрослого населения сделали вакцину против гриппа. Это очень сейчас актуально и востребовано, и население знает, что это нужно делать, чтобы предотвратить осложнения от гриппа. Вот этим, и как говорят, что и сама коронавирусная инфекция у тех лиц, которые привиты от гриппа, протекает более в легкой форме, нежели у непривитых. Число жителей округа, которые проходят эту процедуру, с каждым годом растет. К вакцинации подключаются целыми предприятиями. Сегодня, например, прививки от гриппа сделали сотрудники кинотеатра «Искра». Благо, идти близко. Прививку делал первый раз в жизни, ну, не уже, именно от гриппа. Ну и как впечатление? Больно, не больно? Абсолютно не больно, все достаточно комфортно прошло. А также сотрудники администрации Ленинского городского округа. Мобильный передвижной комплекс посетил заместитель главы муниципалитета Альберт Гравин. Он отметил важность этой процедуры для каждого гражданина. Вакцинация является добровольном порядке, то есть организовано, и каждый может ее сделать после прохождения совершенно простой процедуры. Это осмотр врачом-терапевта, замер давления соответствующего и допуска к этой процедуре. Практически до 90% момент инфекционных заболеваний, то есть гриппа, это прививка, которую мы сейчас делаем, это вакцина, она снижает вероятность заболевания, собственно говоря, наших дорогих, горячо любимых граждан нашего муниципалитета. Желаем всем добра, счастья и, конечно, здоровья. Прививка от гриппа особенно рекомендована людям старше возраста, страдающим хроническими заболеваниями. На этой неделе Видновская районная клиническая больница ожидает поступления вакцины от гриппа для детей. Мобильный передвижной комплекс будет работать весь сентябрь. По будням с 9 утра до 6 вечера, а также на День города Видное, который мы отметим в субботу 12 сентября. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.